В США 43-летний маляр получил компенсацию в 58 миллионов долларов за то, что был избит охранником в баре. Назначенная сумма, которую должна выплатить охранная компания, стала самой крупной из когда-либо присужденных на территории штата Калифорния. В результате драки, которая произошла 3 года назад, мужчина лишился буквально четверти своей головы и почти половины мозга. Порадоваться получению компенсации ему вряд ли удастся, так как он не может разговаривать и передвигаться без помощи родных. При этом охранник бара и спровоцировавший нападение бармен наказание не понесли. После случившегося они бесследно исчезли.